Ты видос, что ли, пишешь? Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Я потерялся. Ну да. Да пиши, ты читай ПМ, вот. Я опять заворотный. Ты это сделала специально, я видел. Нет. У тебя ленточка осталась, продашь? Не, у меня пока нет ленточки. Да. На рейд не сильно. Правильно, правильно. Ну ты иногда даже похавать не даешь. Ага. Миллион тех дальних. А вот коня, кстати, поменять можно. А? А дайте, пожалуйста, бафы. Христа ради. Коня убили. Новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот. У него просто неправильная политическая программа, потому... Что, Дамас вообще говно, что ли?
Вот не в этом рейд. Это дорога была. А, я ваниш прожал бы, если бы он меня уже посмотрел. Беги, малышка, беги! Конечно, делай. Главное, покажи, как он спокойствие, как стоит, ты норм. Гера. Да, вот это краль, это кралька, кстати, говорит. Не у него одно видение. Нету грудных нот, я, обертонов нету. Нет, как у Аллегровой. Здрасте. А у меня не за звучат больше. Это какой-то детский дискант вот такой. Алло, здравствуй. Шукарь, ты писал, что ты роешь на кота? Ну я тоже так могу разговаривать. Алло, здравствуй. Алло, привет.
Флюк 14, Заир 84. Тотемы. Я буду диспелить. Я сам подиспелю. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Поставьте лед вместо скакалки. О, аура света. Включите лед. Наркоманы третью ауру убрали. А что по станам? Да, я всех забираю. Вам не мешали. Маме, маме. Смотрите, как мир рушится вокруг. Съебись. Чем? Ну что, за шарами никто не алло? Ну, типа про СП я тебе могу сказать, это я еще понял, когда кинетика была, Солу ее убивать тоже было не айда.
старикам. Что показывать урон? Там семилики улетели. Ты сам сова. Ты же 20 лет. Там что, Гера? Раску у них. Вон, Олег раздает ЕП. Да я думал, что он в Олеске посмотрел, у нас 33 тела онлайн. Это, наверное, ЕП за Олимпиаду. Нет, оно было уже. Оба. Потому что малики были и отпиздили. Какой пишем, они уже на краю были. О чем ты, Войт? Да пусть все РДДшки припнут нахуй с края за то, что не били. Ты не с краю, блядь. Умри один, спаси рейд. Я сегодня Аркана видел, который бил в зиме и стоял в зиме и бил в сферы. Ну, Ирел так сказал делать. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Thank you.
Гимноман. Гим. Два процента. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная скорбь жаждет крови. Thank you.
Антимаги. Он проспал. Сомнений нет. Это был Заир. Залил такую лужу. Для чья которого, да? Ну вот последнюю лужу, которая чуть мы из-за нее не вайпнулись, это когда было. Мы вайпнулись из-за своей тупости. Когда, блядь, на человеке табличка с клинией на мне, надо от него отбегать, а не бежать с ним вместе. То есть, ну это все. Блядь. Я вам объясню такую простую истину. Если вы этого не понимаете. В вайпах из-за осквернения виноваты 25 человек. Никак не один, а все 25. Если один человек не убегает с лужи, он в ней сдохнет. А остальные все 24 скиллованных чувака, какими вы себя, сука, считаете, но не являетесь, блядь, они не вайпнутся. Да ты метки на Синдре вспомни. Ты просто не понимаешь, что ты говоришь, если к тебе подойдет... И в твою сторону будет идти, блядь, на ком лужа, то ты просто физически не отбежишь от него, блядь. Если он идет, ебать, где босс? Он должен съебываться от босса, а он никто идет в рейд. Просто вы нихуя не понимаете, как что надо делать. Ну да. Вы в догонялки играли когда-нибудь? Это что за игра? Это когда на лане кидается в лужу и начинаешь догонять кого-нибудь. Там пакт, а не лужа. А, с пактом? Да, пакт ништяк. Наоборот убегаешь. Наоборот разрываешь дистанцию. Догонял. Нормально было. Догоняешь цель, которая без пакта, вместо цели, которая с пактом. Даруй мне последнее благословение. Зачем? Просто передать другому человеку. Помню, когда Лану убили, меня кинули с лужи, я пытался бой залить, блять, он от меня убегался лучше. Скерца, слышишь, если захочешь всем отомстить, разлей лузу в рейд и, блин, конись оттуда. Или просто стой на РНЖ, на тебя кидается лужа и, блин, конись в рейд. Вот так заебись будет. Желательно в кучу побольше зацепить. Лучше сначала разлить, а потом, блин, конусь. Все сдохли, а мне нет. Ну, красотка у нас головная. Пока самая веселенькая, это морозной трэш перед метеором. Нужно, короче, под лечом разлить и линкануться по-любому. Молодчики, убили рейд, убили плеча. Исправились ваши задачи. Сколько прошло времени? Час 53. И не дрожат они. Долго. Да ты потому что стоишь за воротами. Ты час ману пила. 53 минуты мы проходили рейд. Помнишь, ты этот видосик скинул? Продам ленточки. Так ты нить вот эти пухи и продавай. Так, с пухами, надеюсь, косяков не будет. Там разобрали, чё кому. На ИП заходим. Все надеюсь, на кидус. Ну что значит на ханта? Заходи на ханта. Это же не прикольно сидеть каждого искать. Все так напишут, ИП там на того-то, а я буду сидеть искать. Еще и хуй знает как ник. Или я знаю твой ник, но блядь. Так, проблемы с лутом есть? Что там разобрали все? Реснуть? Где ты, блядь? Портале. Я не вижу тебя, где ты? На портале тело лежит. Так называют софт на X5. Спрашивает, кто нужен взять, он говорит, ну блять, пара желудей. Я говорю, че за хуйня? Он говорит, ну совы.
Ну, Либарда в приоритете хантам идет. А кому там еще? Катам? Варм. Катам, ты коты. Да нет, не варм, а это. Катам, хантам. Да. Машина успеха. Машина успеха. Двигайте в портал, пожалуйста. Кто на ИП еще? Я не... долго не буду стоять. А, все, сорян, сейчас зайду. Я думаю, тут надо кого-то подождать с лутом. Все, я прыгнул, можешь прыгать тоже. Похуй на остальных. Рогу докикните. Че, можно накидывать, да? А че? Есть, у нас что было? Четыре пуга, что ли? Куда целка? Все, без зеркала. Сейчас накину. Ну той Роге, которая была. Которая была этой. Локом. Ей дай. Роги, которая была Локом. А еще та новенькая. Ага. Вот. Че? Где еще 5 СП? За то, что ты ману пила долго. Ты отнял всему рейду 5 СП. Продам. Ты козявка, сейчас нас снял, теперь себе начислишь, да? Да нет. Опасательный заметку. ММ 6,5, а не 6,4. Приятного аппетита. Спасибо.